Традиционно этот праздник искитимцы открывают крестным ходом. Ученики 14-й школы в шествии участвуют впервые. На уроках они изучали историю славянской письменности, поэтому подготовили плакаты с изображением букв старой азбуки. На уроках иногда читаем, да. Изучаем, рассказывают учителя иногда. Наверное, письменность самое главное в жизни – грамотность. Если бы этого не было, то мы бы, считай, были никем. Мы не могли бы говорить, не могли бы писать. Славянская письменность, по мнению ученых, появилась в 9 веке. Святые Кирилл и Мефодий считаются создателями азбуки, благодаря которой зародилась православная культура на Руси. Когда они составили азбуку, то многие книги греческие, византийские были переведены на славянский язык, общедоступный всем славянам. Стали открываться школы, стали создаваться библиотеки. Празднование продолжилось выступлениями творческих коллективов города.